Нужен желательно белый текст на прозрачном фоне. Чем больше текст, тем лучше, так что на качестве не экономим. Сразу ставим прозрачный фон. После создания сохраняем изображение в формате PNG. Для примера я открою встроенную модель. И нанесу материал металла. Создаем новый слой заливку поверх остальных. Добавляем черную маску. И кликом правой кнопки по маске добавляем кисть. Настройки кисти прокручиваем в самый низ. Теперь нужно добавить изображение с текстом. После добавления указываем, что это текстура, а также то, как его сохранить. Я сохраняю это изображение только на текущую сессию. Нажимаем на проекцию и добавляем изображение с текстом в параметр кисти. Вертим до желаемого результата. Горячие клавиши указаны. При использовании текстовых клавиш раскладка вашей клавиатуры обязательно должна быть переключена на английскую. Нажатием кисти воспроизводим текст. К слову, так можно рисовать и на развертке, которая справа. Кликаем на основной слой заливку. Теперь вам нужно определиться, нужен ли вам цвет. Если нет, нужно оставить только то, что влияет на карту нормали. И дальше можно увеличивать или уменьшать высоту в зависимости от желаемого результата. При необходимости можно вернуть цвет.